Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Реальные итоги». Давайте посмотрим на события последних дней, которые произвели большое влияние на общественное сознание. Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный». Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома «Восточный», где хищение, исчисляемое сотнями миллионов рублей, так не удалось прекратить полностью. Необходимо обеспечить строго целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов, сказал он в понедельник на совещании с членами правительства. Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил применительно к другим крупным проектам, в том числе строительству космодрома «Восточный». 100 раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие. Проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сказал глава государства в связи с этим. По его словам, уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести как следует. Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работа в сфере ОПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента, подчеркнул Путин. Президент поручил проработать озвученные вопросы и наладить действенный эффективный контроль за проведением закупок. 29 октября прошла 10-я юбилейная международная конференция «Зиновьевские чтения» на тему «Александр Зиновьев и предвидение новой геополитической реальности». На этой конференции были представлены очень именитые гости, участники, причем явно надстранового глобального уровня. И темы, которые обсуждались на этих «Зиновьевских чтениях», были следующими. Новый миропорядок и основные тренды в развитии России на ближайшие десятилетия, футурология Александра Зиновьева, предсказанные трансформации и возможные последствия, кто правит миром, насилие или любовь, молодежный и женский круглый стол и современные глобальные центры силы и их миропроекты. Ну давайте начинать, поскольку все наши гости и спикеры на месте. Поздравляю вас с 10-ми юбилейными Зиновьевскими чтениями, международной научной конференции «Зиновьевские чтения» на тему Александр Зиновьев, предвидение новой геополитической реальности. Очень актуальная тема. Сегодня все говорят о будущем. Но мы будем говорить не о предвидении, не о предсказаниях, а больше о методологии, да, научного прогнозирования в духе как раз Зиновьева. Я прослушал все видеоматериалы конференции, и мне пришла в голову мысль попробовать перенести само обсуждение контуров будущего с элитного такого уровня, когда собираются ученые со всего мира, на уровень Земли, чтобы простые люди на Земле занялись построением этого самого будущего. И потом меня смутило слово «предвидение». Оно семантически подразумевает, что субъектность находится совершенно в чужих руках и методологически пытаются угадать, как субъект себя поведет. С другой стороны, мы знаем, что субъектность в той или иной степени принадлежит людям на Земле, и от того, как они будут представлять себе будущее, во многом это будущее и будет формироваться. А перенести эту дискуссию с более верхних слоев вниз на Землю мне показалось очень необходимым и правильным, и в связи с этим 7 ноября 2019 года я организовал мероприятие в городе Санкт-Петербурге, на котором мы продолжили вопросы формирования контуров будущего. В Питере сегодня хорошая погода, солнце. Всех поздравляю с праздником 7 ноября. Праздник колоссальный, космический, глобальный, изменивший не только Россию, изменивший весь мир в 20 веке и продолжающий изменять ее и до сих пор. И сегодня, в этот день, исключительно матрично, в городе Санкт-Петербурге по адресу набережной улицы Смоленки, 2, Конгресс-холл Васильевский, в зале под названием Исаакиевский, мы поговорим с блогерами, журналистами, педагогами, кинематографистами, родителями и всеми людьми профессии категории человек-человек, гуманитариев, о контурах будущего, о том, что нужно сделать в ближайшем будущем в информационном поле нашей страны, ну и, соответственно, дальше двухходовкой и всего мира. Чего я вас пригласил? Ну, во-первых, 7 ноября. Мы же люди непростые, мы понимаем, что матрица, все такое, ровно 102 года назад случилось событие, которое промахнулось в Украине.
соответственно, возникает вопрос, а можно ли информационными воздействиями взять и подвинуть матрицу в том направлении, чтобы, например, сделать людей более человечными? Быть более человечным. Вообще слово «человечность» – это ключевой параметр, характеризующий основы культуры народов, населяющих Россию. Человечность подразумевает особое отношение к себе, к труду, к другим людям, к женщине, к детям, к семье, к другим народам, к Богу. Это целый свод параметров, характеризующих носителей этой культуры. И исходя из этого, на конференции 7 ноября в Санкт-Петербурге мы говорили об инструментальных параметрах, как задавать человеческие качества нашей молодежи, той самой молодежи, которая и будет жить в будущем. Будущее – это ж ведь люди, носители особых качеств и параметров. У нас идеологических противоречий на сегодняшний день практически нет. У нас есть фундаментальные культурологические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская. Вот есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот в «Унесённые ветром», помните, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для нее это самое главное. А в нашем представлении, представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное, что-то такое связанное с Богом. И получается, что мы можем не только предвидеть будущее, а работая над качествами молодежи, мы можем это будущее формировать. А формировать на самом деле есть что? Современная молодежь характеризуется резким понижением эмоциональной сферы. Дети недолюбленные, их родители занимались заработком денег, соответственно, эмоциональная сфера крайне занижена. Что значит эмоциональная сфера? Это неспособность излучать позитив, это неспособность любить, это неспособность в конечном итоге заключать браки, создавать семьи, рожать детей. На самом деле, многие из нас обнаружили, что молодые 20-летние люди, и даже 30-летние, сегодня практически не рожают. Они заняты собой, они настроены получать. Никто из них не может давать. И вот в этом смысле в нашей культуре происходит межпоколенческий перекос, к которому мы должны приложить руки для того, чтобы будущее в конце концов состоялось. Потому что если сегодняшние 20-летние так и не родят, то возникает вопрос, а кто будет жить в будущем? Вот в этом и был смысл той конференции, которую я организовал 7 ноября 2019 года. Фактически я хочу сказать, что картинка, контуры будущего во многом будут зависеть от того, какая идеологема будет во главе угла, что будет доминировать в сознании большинства людей. И сейчас на эту тему идут колоссальные дебаты и дискуссии. Очень многие люди продвигают тему интересов. Интересы как самая главная часть идеологемы будущего. То есть интересы социальных групп, интересы личности, интересы транснациональных корпораций, интересы. Я думаю, что русская культура все равно во главе угла ставит ценности и качества. И ответ на вопрос, а какие люди, сколько их это да, но какие люди будут жить в будущем? Конечно, там тоже есть предвидение, там тоже есть оценка событий, происходящих в мире и стране, но там есть субъектность. Необходимо формировать контуры будущего, а не только предвидеть. Нужно сказать, что в настоящее время идет массированная обработка через средства массовой информации, через социальные сети нашего подрастающего поколения, и особенно мужчин, молодых мужчин. Именно с точки зрения, чтобы не допустить их рост и переход в категорию человека, способного отдавать. Ну, что отдавать? Давать опору, защиту, давать душевную энергию, в конце концов, не лениться. Все статьи, которые сейчас перепощиваются в социальных сетях относительно отношения к семье, направлены на то, чтобы молодое поколение оставалось нелюдями. Нелюдями в смысле настроены только на получать. Получать секс, получать энергию. И отсюда возникает масса деструктивных общественных движений, которые называются мужское движение, мужской путь, которые культивируют потребительское отношение. Только получать от семьи. В конечном итоге это сказывается на рождаемости, это сказывается на том, что молодые люди не заводят семьи, а это стратегический интерес государства. Именно по этой причине реальное кино стало производить мультики,
которые иллюстрируют работу против этих деструктивных общественных движений. Пап, ты можешь мне объяснить, как мне поступить в этой ситуации с женой? А что за ситуация у тебя случилась? Звонит она мне полчаса назад. Милый, помнишь, ты мне перевел 10 тысяч на карту, и я хотела купить платье в интернет-магазине? Помню, и что? Я оформила заказ, деньги списались, а заказа нет. Я так переживаю, что теперь делать? И какие у тебя есть варианты? Ну, первая мысль у меня была заорать: да елки-палки, да сколько ж можно, я пашу как вол, приношу деньги в дом, а ты их транжиришь налево и направо. Сынок, что тебе важнее, деньги или хорошее настроение жены? Тем более, что она ни в чем не виновата, у этих интернет-магазинов конченый интерфейс, я сам недавно чуть не потерял 20-ку. И что же делать? Сыночка, смотри внимательно, женщина — это как ребенок, это существо охраняемое и опекаемое. Ты ей все равно должен давать деньги, которые она может тратить без отчета. А если она, как мод, потратит все деньги? Нет, ты должен выделять. Ты не можешь ей дать все свои деньги. Но если ты будешь давиться за каждую копейку и всячески демонстрировать, что деньги важнее, чем она, твоей семье наступит трындец. Ты этого хочешь? И что я должен сделать? Набери ее и скажи: солнце, не переживай, 10 тысяч по сравнению с тобой — это ерунда. Сейчас я посмотрю, мы или вернем эти деньги, или ты купишь свое платье, а если надо, я найду еще 10 тысяч. Ты сам удивишься, и деньги вернутся, и счастье прибавится. Да? Сыночка, никогда не ставь жабу впереди своей жены. Сейчас мы живем в 21 веке и в эпоху интернета, и в связи с этим вопросы человеческих качеств, качеств человека русской культуры, вопрос того, как это представлено в интернете, сегодня, ну, занимает очень большое значение. И в связи с этим я хочу зачитать декларацию русскоязычного сообщества «Интернет», которую мне прислал Алексей Сазонов. Помните, у меня на канале есть интервью с этим человеком. Все знают, что есть .ru, есть .рф. Что такое .рус? Вообще, как родилась эта идея? С чего все начиналось? Ну, краткая такая история вот этого всего. Вы знаете, тут история, в принципе, интересная. В свое время мы с моим коллегой, когда нам было нечего делать, мы думали, чем бы нам заняться, да? И мы нашли, что на русском языке тогда не было доменов совсем. Никаких. Вот. И мы нашли провайдера, который находится в Сингапуре. И мы к нему поехали, и мы подписали, что мы в России стали продавать .ru, .com, .net и .org русскими буквами, но это был не ICANN, это была не американская компания, это была сингапурская компания, которая лицензировала правительство Китая на это дело. И Китай практически под этой лицензией полностью запустил свой интернет. Вот это все отдельный интернет и так далее. Это все под лицензией вот этой компании IDNS. И тогда Америка, видя, что как бы тема у них уходит из рук, они быстро, так сказать, сориентировались и открыли вот эти IDN, многоязычные доменные имена, Internationalized Domain Names, и, соответственно, запустились, и был такой фаст-трак для всех, вот особенно кантри-кодов, как вот .rf, то есть им быстро-быстро присвоили .rf, .kitai, им быстро присвоили кантри-коды, и все это дело поехало. Ну а та тема, она, соответственно, умерла. То есть мы запускали .ru. Вот. Но .рус, она получилась так, что мы тоже сделали заявку. У нас, то есть были у нас клиенты на .ру уже, и немало. Вот. Мы сделали заявку в ICANN, что да, давайте тогда мы сделаем .ру, соответственно, для русскоязычного сообщества. Вот. Нам сказали, что есть страна Парагвай, у нее домен .py, то есть py нижним регистром. Это полностью совпадает с символами ру, поэтому считайте, что ваши символы заняты, это невозможно. Они, как говорят, confusingly similar. Вот. Поэтому директор ICANN в то время сказал: ребят, добавьте просто букву, да и все. Что мы и сделали. И, в общем-то, на самом деле, может быть, и хорошо. Все говорят: а почему не ру, а почему не ру? Ну, что ж теперь. Зато рус, как в винде, русская клава. Понятно, о чем идет речь. Это все длилось долго, но все это начиналось где-то году так, наверное, то есть 11-12.
эта декларация, она буквально копейка в копейку соответствует духу мероприятия 7 ноября, которое я провел в Санкт-Петербурге. Давайте прочитаем эту декларацию. Декларация русскоязычного сообщества интернет, образованного на базе надгосударственного домена русскоязычного сообщества .рус. Алексей Сазонов представляет зону .рус и русскоязычное сообщество интернет. Домен .рус – официальное надгосударственное имя русского языка в интернете. Слово «язык» на исконно-русском обозначает понятие народа, на нем говорящего. Мы, как русскоязычное сообщество интернет, привыкли к тому, что важные перемены в мировой сети происходят быстро и непрерывно. Реальный масштаб таких перемен в состоянии представить только специалисты. Давайте раскроем глаза. С момента образования интернета и буквально до недавнего времени всю смысловую адресацию в сети обеспечивало всего 22 имени. Вспомним ком, нет, орг, плюс коды названий стран, такие как наш ру. То есть их можно было пересчитать по пальцам. Сейчас происходит беспрецедентный взрыв адресного пространства. Взрыв потому, что в интернет выходит порядка 1600 новых доменов. 1600. И в подавляющем большинстве англоязычных имен интернета. Что это может значить для говорящих по-русски? Как эти перемены отразятся на нас? Новые домены запускают механизм беспрецедентной фрагментации и переформатирования всего адресного пространства интернета. Фрагментацией для нас это станет потому, что переформатирование, как уже говорилось, почти полностью ведется на английском. Задумаемся теперь про Рунет. У нас исторически все адреса регистрировались в двух зонах – РУ и РФ. Но это зоны наш кантри-код, то есть они буквально обозначают Россию как государство. Не более того. Но ведь русский язык в интернете по определению не может ограничиваться только Россией, потому что это мировое, надгосударственное, языковое пространство. Оно не может быть ограничено в принципе. Поэтому возникает вопрос, какие наши действия, что в данных обстоятельствах вообще можно сделать, как сохранить свою идентичность в надвигающейся вавилонизации интернета? Ответ очевиден, потому что наш интернет можно рассчитывать только на нас самих. Кому кроме нас определять наши ценности, обращаю внимание, культурные коды, наш образ процветания, я добавлю, в будущем. Кто, кроме нас, возьмется реализовать его на практике? Кто будет собирать наше сообщество? Никто, кроме нас. Как уже говорилось, в мировом адресном пространстве есть русскоязычное сообщество интернета, это окончание РУС. Официально по закону оно обозначает среду русскоязычного интернета. Оно ее образует и юридически. Контент, несовместимый с его интересами и ценностями, не может быть размещен в домене РУС в соответствии с правилами. Русскоязычное наше интернет-сообщество приглашает всех желающих. Приглашаем всех сообща ответить на три главных вопроса. Первый главный – определить видение ценностей, интересов и целей русскоязычного интернета. Второй – какие имена и понятия, характеризующие эти ценности, будут служить его процветанию. И третье – давайте вместе назовем и огласим возможные пути осуществления цели, необходимые шаги, механизмы и ритуалы, потому что все это может быть реализовано законно в домене .рус. Как говорилось, РУС официально делегирован как среда мирового русскоязычного интернет-сообщества. По факту мы все и составляем это сообщество. Мы все представляем его законно и с правом голоса. Уважаемые друзья, считаете ли вы себя человеком, способным помочь, способным на сотрудничество? Становление русскоязычного интернета будет процессом вдохновляющим и радостным. Обращаемся ко всем желающим, всем способным. Сообща, это будет сделано. Спасибо. Давайте поговорим об энергетике как системном факторе, определяющем будущее Украины. Я выборочно зачту и проанализирую статью под названием «Украина зависит от России в привлечении промышленных инвестиций». Вопрос создания промышленных мощностей в Украине – это вопрос гарантии поставки электроэнергии. Все дело в том, что, инвестируя в промышленность, любой инвестор должен быть уверен в вопросе обеспечения электроэнергией на десятилетия вперед, на время окупаемости проекта, это 7-15 лет, и жизненный цикл предприятия для получения стабильной прибыли. Конечно, можно производить энергию самостоятельно, инвестировать в малую электростанцию при предприятии, но только высокая себестоимость производства такой электроэнергии придется производить на газу или на угле. Но гарантии обеспечения Украины углем нет, как и глубоководных портов для его выгодного импорта из Африки или Австралии. Более 50% электроэнергии в Украине производится на АЭС, построенных в основном в СССР. Несколько блоков достроили уже в годы независимости, срок проектной эксплуатации многих энергоблоков заканчивается. В частности, уже продлен срок эксплуатации 10 из 14 реакторов таких атомных станций, как 4 из 6 Запорожская, 3 из 4 Ровенская, 2 из 3 Южноукраинская. Решается вопрос продления сроков эксплуатации одного из двух блоков Хмельницкой атомной электростанции. Картина неизбежного вывода из эксплуатации следующая. 24-й год.
1 южноукраинская, 25-й 2 запорожская, 26-й 1 ЗАЭС и ЮАЭС, 27-й ЗАЭС запорожская, 28-й тоже ЗАЭС и 29-й Хмельницкая. Иными словами, Украина столкнется с дефицитом электроэнергии в обозримом будущем, поэтому уже сегодня, сейчас договаривается о покупке электроэнергии Белоруссию. Заместить энергетикой на угле, как Китай, Япония и другие страны, невозможно. Донбасс утрачен, и даже если вернется, восстановить угольную промышленность прежними объемами будет, здесь написано, невозможно, я думаю, долго и не так просто. Кроме того, нет глубоководных портов для импорта дешевого угля. И главное, в рамках евроинтеграции имплементируются нормы ЕС, ограничивающие вредное для окружающей среды сжигание угля. Производство электроэнергии с использованием газа дорогое. Его можно позволить себе, может, только Германия или страны, имеющие собственную добычу газа. Построить АЭС иного проекта, не российского, Украина также не сможет по следующим причинам. Каждый блок предполагает инвестиции до 10 миллиардов, которые в бюджете Украины нет, а западные инвесторы такие суммы не дадут. Какой смысл развивать конкурентную немецкой, французской или американской промышленность в Украине, создавая условия для производства дешевой электроэнергии? В США паралич атомной промышленности, они оказались не способны строить атомные блоки по нормальной цене в 4-8 миллиардов, поэтому реализовывать подобные проекты в Украине они не станут. Франция испытывает проблемы перепроектирования после аварии на АЭС Фукусима, а там французские реакторы, и не может их массово экспортировать. Тяжеловодные блоки Канады выявили множество проблем во время своей многолетней эксплуатации, поэтому их экспорт в Украину маловероятен. Они построены в Корее и Китае. Китай пока сам импортирует блоки, поэтому не сможет построить их в кредит Украине. Японская атомная энергетика сама находится в кризисе. Вопрос стоит остро. Или договариваться с Россией о строительстве новых энергоблоков в кредит, как предложено Египту, или Украина станет энергодефицитным государством, то есть будет импортировать дорогую электроэнергию. Поскольку цикл проектирования и постройки занимает порядка 10 лет и может потребовать больше времени, эти переговоры должны идти уже сейчас. Если их нет, или они не результативны, ни о каких инвестициях в промышленность Украины не может идти речь, а значит будет продолжаться деиндустриализация и деградация до уровня отсталого аграрного государства. Перед украинскими властями стоят два вопроса. Первый, где взять 50 миллиардов, 10 гигаваттных энергоблоков? Второй, чьи реакторы ставить, если для действующей власти в Киеве с Россией как-то не слишком политкорректно? И вот эта статья, мне кажется, сегодня является образом обстоятельства непреодолимой силы, которая помимо гуманитарных причин, а весь народ, живущий на Украине, это русские, у них одинаковые с нами имена, фамилии и отчества. И есть гуманитарные причины, которые требуют завершить государственный переворот и поворот Украины в сторону Запада. Мы должны быть вместе. Так вот, эта энергетическая справка является обстоятельством непреодолимой силы, которая ясно указывает, что Украине для ее выживания не только гуманитарные причины воссоединения в единый хозяйственный комплекс России, но есть еще и причины, связанные с тем, что Украина может стать энергодефицитным государством, и это усилит отток населения из этой страны. То есть времени для принятия решения, где, в каком направлении и с кем будет жить Украина, остается все меньше и меньше. Киев отложил обсуждение статуса Донбасса до встречи Путина и Зеленского. Представитель украинского Кабмина Верховной Ради Ирина Верещук, фракция «Слуга народа», рассказала, когда начнется работа над новым законом об особом статусе Донбасса. Верещук подчеркнула, что необходим новый закон, так как прежний, принятый при президенте Порошенко, не позволяет строить мирный процесс. Не секрет, что этот закон содержит ряд конфликтогенных положений, приводит ее слова «Страна.UA». По словам Верещук, только новый закон сможет работать на мир, а не против мира. Как заявил нардеп, возможно, не все в новом законе понравится Донецку, Луганску и Москве. Однако, по ее словам, закон должен быть прежде всего акцептован народом Украины. Верещук полагает, что основная работа над новым законом начнется после нормандской встречи. Кроме того, Верещук считает, что нереально проводить выборы в Донбассе, пока Киев не контролирует границу. Прежний закон об особом статусе Донбасса был принят Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В 2018 году Рада продлила его до конца 2019 года, передает РИА Новости. Эта новость показывает, кто более всего заинтересован в встрече президентов двух стран. Киеву для реализации своих планов по прекращению войны на Донбассе не хватает одного очень важного элемента. И они надеются этот элемент получить при встрече президента Зеленского и Владимира Путина. Это были реальные итоги недели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, кому что ближе. Пишите комментарии, высказывайте свое мнение. Тут в любом случае каждая тема требует обсуждения. Спасибо за внимание.